На ваших экранах 2010 год и самое начало становления турниров M1 Challenge в том виде, в котором они просуществуют последующие 10 лет. Самые талантливые бойцы со всего света собирались, чтобы помериться силами с российскими спортсменами. 22-й ивент состоялся 10 декабря в Москве. К тому времени Виктор Немко всего за пару лет сделал себе имя, выступая за прославленный клуб Red Devil. В составе своей команды в 2009 году он добрался до финала M1 Selection и вместе с товарищами по клубу завоевал титул вице-чемпиона России. В следующем году, помимо нескольких поединков на разных турнирах, Виктор принял участие в первом сезоне совместного проекта M1 Global и телеканала «Боец» реалити-шоу M1 Fighter и стал его победителем в полутяжелом весе. Всего в активе этого молодого перспективного бойца уже тогда было 12 профессиональных поединков по правилам смешанных единоборств, в 9 из которых он праздновал победу. Противостал ему такой же молодой перспективный спортсмен Даниэль Вискайя по прозвищу Бульдог. До того, как перейти в профессионалы, он стал одним из самых известных бойцов-любителей в США, завоевав идеальный рекорд 11-0 и выиграв несколько любительских титулов. На американском Гран-при M1 Selection он уверенно дошел до финала, сокрушив по пути несколько крепких оппонентов. В будущем Даниэль еще много лет будет успешно выступать в ММА, в том числе на турнирах Bellator. M1 Global. Это что вы можете в этой связи смущать по поводу соперника? Ну, наверное, настрой, то, что такое огромное количество людей. Прямой эфир. Важно очень. Да, это очень важно. Очень важно. И ребята чувствуют, что за ним стоит не только город, но и страна. И это главное, особенно в международных встречах. И соперник, он знает, что очень-очень серьезно. Вот видите? Такой внимательный, сосредоточенный, видно, что... Немножко растерялся, я бы сказал. Пропустил, мне кажется, проход. Да, немножко есть в глазах растерянность определенная. Я думаю, соберется. Треугольник вряд ли пройдет. Видите, там уже еще нартижок, уже классическая стала форма. Красавец, красавец. Кстати, очень грамотно, технично грамотно зацепил. И начал, что самое интересное, не с локтя, а именно с треугольника. Да. Опа! Красавец! Ай, молодец! Красавец! Вот это техника! Вот это молодец, Витя, молодец. Просто молодец. Красиво, технично, умно. Умно. Слушай, заучили это двойственность в приеме, уже стала харизматикой. Да. Рычаг и треугольник, рычаг и треугольник. Здорово. Он даже опешил, не знает, как проиграл, хотя сильный парень очень. Очень сильный парень. Поединок длился. Супер. 1:11. Удушающим захватом. Молодец, такая концовка грамотная. Виктор Немко! Техничная, очень, очень приятная. Клуб Red Devil OMK. Старый оскол. Молодец. Виктор Немко. Спасибо, друзья. Спасибо, уважаемые дамы и господа. Благодарим наших уважаемых спортсменов, наших болельщиков, наших уважаемых судей. Спасибо огромное за этот интереснейший вечер. Незабываемый турнир.